Привет, братишка! Я хочу рассказать, что у меня ты можешь заказать персональную и эксклюзивную прокачку в Roblox. Ну, он же буст. Я прокачу в Шиндалайф, Рагуль, Пчеловод, Аниме Файтинг Симулятор, Блокс Фрус и многих других плейсов. Все подробности и условия ты можешь найти по ссылке в описании. Обращайся. Так, друзья, всем здорова, с вами как всегда Бамбукл, здесь Капанда. Ну что, welcome, добро пожаловать ко мне в гости Roblox Blocksrus. И пришло время Баунти Ханта, либо просто PvP, ребят. Сейчас с вами затестим Китсуна. Я, как вы знаете, его взял перманентный. Еще ни разу даже не PvP-хал, ребят. Сейчас пойдем глянем, как он там, из чего состряпан. С меня видосик, ребят, ну а с вас на удачу обязательно бамбуковый лутик. Уи, ну что, погнали, друзья. Так, погодите, погнали. Сначала мы с вами, нет, не на скамеечку сядем. Сначала мы посмотрим, что оно. Кстати, вчера на стриме Китсуна был, друзья, именно в Мираже. В Мираже был Китсуна. Кто-нибудь забрал? Нет? Напишите в комментариях, будет интересно. Капец, тут ничего нету. Ничего нету, нифигашеньки. Ладно, окей. Так, смотрите, короче, в чем суть? И PvP-то, ну, PvP, но у меня, во-первых, левел здесь, на этом аккаунте, не фуловый. Всего лишь 2000 уровень, поэтому сразу делаем скидку. Ну и, во-вторых, у меня тут нету расы V4, ребята, расы у меня нету. Поэтому тоже делаем скидку, но, по крайней мере, по чуть-чуть я попробую, ребята, кого-нибудь нарезать, да? Статы здесь у меня раскиданы, ну, как-то так. Наверное, что еще в мире? Тут что у меня? 15 есть, давайте мы уже кинем. В принципе, дефенс есть. АБФ и есть, ребят. Сейчас посмотрим. Давайте сначала пойдем пофанимся, кого-нибудь половим. Чел, ты пойдешь со мной? Чел, ты пойдешь со мной? Челик! Сначала без трансформации, ребят. Просто для прикола мы посмотрим кого-нибудь без трансформации. Давайте кого-нибудь сначала выследим. Так, вижу какого-то чела. Чел бежит. Правда, единственное, я здесь во втором мире, ребят. Не знаю, может быть, конечно, мы потом еще в третий зайдем. А то вдруг здесь у нас какие-то low LVL. Я не помню, какая там максим... О, портал. Бульк. Бульк, иди сюда. Человек, портал, так хорош меня булькать. Блин, а мне понравилось. Можно еще разок? Можно еще разок? Опа. Тихо отвлекся. Пипец, он меня продамажил. Баратан. Один разок. Ой, бог ты мой. Смотрите, я ему дофига снимаю. Не-не-не-не-не. Это, видимо, слабенький чел. Подождите, или это моб? Смотрите, а где у нас... Где у нас сам чел-то? А, вон он сам чел. Это я моба бил. Вон он. В шарфике у нас. Точнее этот. О, куда делся? Вернись, я все прощу. Я у меня внутрь куда-то туда забодяжил, да? Не, у него мало, ребят, хп. У него, смотрите, я его просто левой клавишей мыши просто забодяжил. Да, я понял, здесь слишком, ребят, я сильный. Ну, он просто не прокачанный, точнее, чел. А погнали, найдем какого-нибудь другого. Так, вижу, так там кто? Будда, что ли, ребят? Обалдешечки. Так, Будда, у тебя какой левел? Так, и тут челики какие-то стоят. Братан, братан. Вы на меня, нет? Ну-ка, погнали. Погнал. Ну, со скиллами, ребят. Со скиллами, но пока мисс без трансформации. А я его не могу бить, что ли? Обалдешечки. А, у него, может, ПВП отключено. Ну-ка, ты, братишка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Бульк. Жмя. Ого! Фига себе, я откис сразу. Он меня просто ваншотнул. О, я даже не понял, что произошло. Так, погодите-ка, я хочу еще разок попробовать. Вот это было жестко. Я даже, если честно, не ожидал. Может быть, уже можно... А, нет, трансформацию я пока мисс не могу, ребят, прожмякать. А что у него такое было? Я даже вообще не успел посмотреть. У него что-то было, ребят, просто жесть. О-о-о, тихо, назад, назад, назад. А, он за мной идет. Пальнукал, но не попал по нем. Блин, без трансформации, ребят, я не знаю. Против Будды тяжко с моим уровнем-то, а? Раз. Двась. Подкинула его и F-ку. F-ку, по-моему, не попал, да, я по нем? Пипец, смотрите, Будда какой броневой. Я к нему, я даже не знаю, успею подойти? Нет, вот с левой клавишей мыши. Блин, он достал убегать. Иди сюда, братишка. Иди сюда, братишка. Во, нифига себе, он 10 тысяч сразу же снимает с одного скилла. 10 косарей. Ладно, давайте теперь попробуем все-таки, наверное, с трансформацией. Так, ну вот, теперь у меня трансформация уже готова. Я забыл сказать, я не буду юзать еще вот этот вот карате свой, файтинг стайл, ребят.
Буду играть чисто без файтинг стайла. Так, ну что, попытка номер два, ребят. Точнее, уже попытка номер три. Иди сюда, братишкин, я готов. Ты готов? Нет? О, понеслась, ребят. Понеслась, ама. Ой, я F-ку прожмякал, что ли? Погоди. У меня трансформация. Ой, это кто с расой? Нет, это не тот с расой. Блин, они там сами воюют, что ли? Он там с чем? Блин, мешают. Ребят, нам там мешают. Погодите, надо мне сейчас опять закопить. Так, вот, теперь погнали. Один, два и F-очку ему еще. Капец, нифига себе он куда дел. Да блин, дай мне с ним побиться. Там какой-то мелкий еще. Мелкий, маленький, да, удаленький. О, я думаю, что такое? А кто мне раббер-фрукт выкинул? Хе-хе-хе-хе. Пошел, ребят, пвпшить, а у меня здесь раббер-фрукт. Ой, у меня он уже есть. Погодите, дайте тогда я выкину. Хе-хе-хе. Все, раббер, ребят, выкинул. Там у нас есть. Так, братан, ты куда? Вернись, я все прощу. Так, во, вижу челика. Челик, здорово. Куда он полетел там наверх? О, видали? За ним. Вот эти вот шарики полетели за ним. Блин, какой-то шустрый, как понос, а. Иди сюда. Попробуем его, ребят, сейчас. Правда, я что-то его даже не вижу. Блин, я что-то ауру забыл включить. Братишка, ты где? Капец, он тиканул, что ли? Сколько у него там хп, интересно, оставалось? О, вижу с косой. Здорово, братан. Как дела? О-о-о, тихо. Ты какой-то шустрый. Я поздороваться только хотел. Он уже за мной, ребят. Он уже за мной. Пипец. Это, короче, Будда, только почему-то он без трансформации. А что он без трансформации? Ну-ка, иди сюда, ребят. Иди сюда. Фига у него сколько там дефа. Сколько там у него дефа, это просто жесть. Я причем этот никакой еще не прожмякиваю. Ой, я ему только половину снял. Так и он мне снял еще чуть-чуть, да? Так, мне главное сейчас не переключиться на файтинг стайл, ребят. На файтинг стайл я не буду переключаться, я чисто только с одним. Во-в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 о. Так, капец, его вроде бы, ребят, зарубили. Пипецушки. Но он какой-то был броневой даже. А, чуметь. Да, это было жестко. Так, жестко. Давайте теперь, наверное, погнали теперь в третий мир. Итак, друзьяхи, третье море. Приключение продолжается. Кис-кис Мурмяу выходит на охоту. Сейчас кого-нибудь забодяжим. Либо меня забодяжат, потому что я тут лоу ЛВЛ. Для третьего мора, ребята, я тут только самый новичок. Блин, надо тут качнуть, наверное, будет нам все-таки еще, как мне говорит, друзья, фулл левел. Пятихатку. Чуть меньше пятихатки еще не хватает. Так, а где все? Я не понял. Так, ну вон, что-то интереснее уже вижу. Мамонта там тоже кто-то вижу. Единственное, только у меня не закачался еще. Бог ты мой! Мамонт, дружище, иди сюда. И, по-моему, я сейчас откисну, ребят. У-у-у, мамонт полетел. И, кстати, у него броня 65%, по-моему, да? Ну, надо мне хотя бы половинку ему снять. Давайте сначала я без трансформации к нему. Сначала без трансформации. Хотя бы половину ему снять бы, а? О, так я его почти убил, обалдешечки. У него 65%, а у меня сейчас 0. Бог ты мой. Не, он какой-то слабый был. Странно, я без трансформации, а мамонт в трансформации. И у него дамаг, деф, по-моему, то ли 57, то ли 67%, уже не помню. Так, мамонт, а что-то этот зверь разобрал. Блин, это бешеная белка, мне нравится. Ох, какой-то кипиш, ребята, какой-то кипиш, ребята. Так, я могу? О, банатики, это, ребят, леопард. Обалдеть, нифига себе ты какой дерзкий парень. Ну-ка, иди сюда. Лёва, ребят, интересно, забодяжим, нет? Лёва. И вот сюда. Или он там с кем-то уже ПВП шел, ребят. Он там, по ходу дела. Куда он? Куда? Ты где? Братишка. Куда он ускакал? Иди сюда. Куда поскакал? Вот шустрый малый, а? Тиканул, что ли? И все, нету. Нифига себе его сдуло. Да, ребят, они туда тиканули. Капец. Но он мне продамажил половину. Правда, не знаю, какой он там был уровень. Тиканул, тикай дальше. О, капец, ребят, кто-то ко мне движется. Будда V4, что ли? Ёлки-палки, он меня сейчас, ребят, порвет. Он меня, наверное, сейчас порвет. V4, Будда, вы только гляньте. Так, погоди, на F-ку. Сейчас. А у меня трансформации нету. Ёлки-палки, ребят, у меня просто нету трансформации. Не знаю, сдалека, если его попробовать расстрелять. Ты куда потек? Братан, вернись. Вернись, иди сюда.
У меня сейчас закопится еще. Бог ты мой, Будда, ребята, V4, киборг. Бог ты мой, у меня 2000 хп. Мальчик, ты чувствуешь меня? Мальчик, ты меня чувствуешь? Come on. Блин, он, все, он не утек, ребята, он утек. Ну, кстати, продамаживал мне знатно. Я ему даже не видел, я ему там что-нибудь продамаживал, нет? Капец, а так все весело начиналось, и он утек. Так, друзья, я опять, короче, кого-то выследил. Смотрите, какой-то чел. О, это Лео у нас. Ну-ка, Лео, иди сюда. Ну-ка, давай. Ой-ой-ой, погодите, трансформация. Я хотел узнать только. Трансформация, он меня сразу задамажил. Хе-хе-хе-хе. Братан, ты чё-то какой-то слишком шустрый. А, я просто хотел узнать у него, чё он как, ПВП, не ПВП. А он чё-то сразу разошелся. Со всех сторон причем как-то. Вообще жесть какая-то. Тихо, братишка, полегче, полегче. Сдалека, капец, а чё, прям через него что ли пролетело? Ну-ка, погоди. Сейчас мы еще ватер прокастуем. К нему маленечко вперед. И на F-ку поймай его, нет? Братан, только не уходи. Капец, он сразу тиканул. Так у тебя же был шанс. Чё они так все меня боятся? Он меня практически убил, у меня оставалось вообще капец. Леопард на леопарда было бы весело. Так, ну тихо, у меня тут уже хп, ребят, не так много осталось, да? Так, а это что у нас? Это другой чел какой-то. Братан, по-моему... Ой, меня кто-то с другой стороны, ребят, убил. Так, погодите, а кто из них на меня нападал? Я уж там вообще запутался. Это было жестко, но, короче, весело. Так, ну теперь у меня просто нету трансформации, ребят. Трансформации нету, буду как-то так. Причем их... Вот он опять, этот леопард. Давай, иди сюда. Что-то он какой-то то туда, то сюда как-то метится. Вылазь. Братишкин! Я без трансформации, я голый, у меня всего лишь 2 косаря. Во-во-во-во-во, у меня всего лишь 2 косаря левел. У меня нету трансформации, и по-моему я текаю. По-моему я текаю. А, они там в двояка что ли? Бог ты мой, нет, они там наверное в двояка. Ладно, тогда наверное им мешать не будем. Куда он делся? Или они опять туда что ли залезли? Леопардик, ты где? Капец, был леопардик, и походу нету леопардика. Был, да сплыл, как говорится. Ого, смотрите, какой-то здоровый. Кайдо Драгон 3. У него Драгон не V2, у него уже Драгон V3. А, это, по-моему, Будда. Челы, я, кажется, нашел какого-то Будду. Давайте попробуем его немножечко сзади поколупать. Давайте, как ниндзя. Смотрите, мы сейчас подкрадемся к нему. Так, только мне до него долететь, чтобы он не тиканул куда-нибудь. Ну, против Будды, особенно, тем более, если там опять какая-нибудь V4, будет тяжело. Будда, здорово, братан, я иду тебя колупать. Сзади, ребят, как ниндзя, смотрите. Хлобысь. Попал, нет, по нему там? Вроде бы попал. Да, ребят, я по нем попал. ты куда? Дружище, а только не текай. Бынчик. Тоже вроде бы попал. Или он здесь пролетом, Кайда? А может быть и не попал я по нему, ребят. По-моему, ребят, ты по нему не попал. Мальчик, ты меня чувствуешь? Мальчик, я здесь. Давай, погоди, я жду. Я тебя жду, когда ты будешь во все оружие. Блин, а что они какие-то не ПВПшные, а? Ой, трансформации пока нету. Зато на виху, ребят, могу успеть, да? Скилл на F, точнее. F-ка. О, меня колупает. Или у него... У него ПВП вообще включено, нет? Братан, ты там где? По-моему, по нем проходит. Да, по нем проходит. Только единственное, только я что-то и так и не видел, что у него там происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня хп уже нету. Пипец, это жесть какая-то. Что с моими хп? И трансформация, что с моей трансформацией? О, теперь трансформация, друзья, теперь трансформация. Но у меня хп уже не остается, просто пипец. А у него что, КДК там, что ли? У него реально там, по-моему, КДК. Так, я его застанил. И так вот сдалека ему еще. Пипец, по нему вообще там не попадает, по-моему. А, X и цеха. Сдалека. Ну, я ему снял четвертину, а у меня у самого четверть осталось. Бог ты мой. Так, не забывай четверку жмякать. И я даже... Кстати, а что я стильбоя даже не юзаю никакой? Мне бы, может быть, стильбоя какой-нибудь проюзать, да? Так, я ему почти половину уже стесал. Может, вплотную? Хотя нет, он мечник, что-то вплотную я к нему не хочу. Тем более он Будда, у него же хп-то еще побольше, чем у меня, наверное, будет. Интересно, какой у него уровень? Я его издалека вот так вот пробую расстреливать, как могу. А вот теперь вплотную и еще F. F. Вау, по-моему, мне хана. Пипец! Баунти риск! Какой баунти риск? Я тут сдалека как могу его стреляю. О, у него хп не осталось уже, ребят. Будду! Буду. А где он? А, нет, вон, я думал, я он уже все, сдох.
Пипец, он живой. Сколько у него хп там? Он живучий, как святой бамбук. Bounty risk. Z. Капец, он хиляется. У него там отхил жесткий какой-то. Я не могу его добить. Так, ну давай, F-ка еще. О, у меня хп 900 осталось. Ребят, у меня осталось просто 900 хп. Я не могу никак его добить. Смотрите, как он отхиливается. Он просто отхиливается, пипец. Если я вплотную к нему подхожу, он меня сразу дамажит. И он куда-то опять полетел. Все, у него last хп. И у меня last хп. Пипец. И он меня убивает, Кайда Драгон. Но у него оставалось там тоже, по-моему, с деху, да? Ну, пипец. У меня 2000 уровень, еще и раз и V4 нету. Да, короче, половину где-то я кого-то дамажил, половину меня дамажили. Надо докачать тут до фул и нужно опять получить расу, потому что это у меня очередной твинк, а основу-то забанили, ребят. В любом случае, было весело именно за... Друзья, Кицуна поиграть. Как я докачаюсь тут уже до фула, можно будет опять устроить ПВП-ху. Хе-хе. Но все равно было весело. Ну что, ребят, всем хорошего дня и всем покедова. I like